Мне говорят, иди сюда. Мне говорят, иди сюда. Кто-нибудь из мужчин покрепче. Разувайтесь. Снимай обувь, иди. Молодой кто-нибудь. Давай. Ребята, вот здесь где-то, вот тут, кто утопился? Иван, Ваня. Односельчанин наш, Иван. Его душа говорит, сюда, говорит он. Я сама не понимала, что я ищу. Но духи людей, которые отдали жизнь этой реке, вели меня. Они хотели показать, что утащило их под воду. А ну рукой. Нет, я чувствую. Но я чувствую отсюда. Ой, боже. Поначалу не верил в это, а когда под мостом залез туда по колено и достался туда банку, как-то жутко было вообще. Вот. Боже, а ну дай лопату. Разбивайте, давайте ее разобьем. Давайте разобьем вот тем кирпичом. Подождите. Кирпичом. Давайте мы туда на дорогу вынесем. Ищем тропинку перекрестную, пошли. О, есть тропинка перекрестная. Давай. Давай. А мы там с папой там плавали. Я нырял, и я чуть там тоже не утонул чуть. Боже. На том же месте. А я, когда нырял, я видел эту банку. Смотри, что-то висит, крышка. Какой кошмар. Боже мой, дитё ты моё. Все будет хорошо. Не переживай. Вот почему из всей толпы я выбрала именно этого мальчика. Кроме того, что он должен был стать следующей жертвой воды, он видел этот предмет. В банке находилось то, из-за чего все в селе тонули. Во имя Отца и Сына Святого Духа, ныне пресная во веки веков. Бей гадину! Давид, отойди. Что это? Кукла! Ёлки! Это просто кошмар. Стоп! Кукла перемотана, смотрите же! Потыкана, смотрите! И грудина проткнутая гвоздем. Кукла будто гвоздем пробита и немного расплавлена. А потом... Вот это, господи, страшно. Запах такой пошел. За свою жизнь, а мне 57 лет, я такого еще... Кости какие-то. Кости. Жаба. Нет, не жаба. Нет, курица какая-то или что-то, цыпленок. Что-то крупнее. А что думали, скелет цыпленка? Но на самом деле это был, ну, какой-то непонятная птица. Меньше на купе дракона, я бы сказала честно. Это был ужас. Там что-то еще. Ой, фу, мыши какие-то дохлые или что? Кость там не просто стояла, она наполовину была в земле. Ну так ее там замуровали. Ну столько лет, конечно. Ее же не вчера поставили, да. Ребята, нам нужно кусок черного холста. Давайте, прям вот это все. Если этот человек живой, я ему сейчас морду это кину. Это настоящая ведьма или не знаю, кто это. Просто кошмар. Это жаба, что ли? Представь себе, как люди здесь мучились. Так а сколько еще смертей было бы? Но это на вымирание, ребята. С содержимым этой банки провели ряд сильных магических манипуляций. В итоге этот предмет стал тянуть под воду всех, кто оказывался у реки.